Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан, я продолжаю играть Battlefield, карта метро. Давайте дальше будем тут нападать, хотя здесь... А вот здесь смотрите, можно пройти. Ай! Тут нас-то заметили, что мы здесь. Нас заметили, что мы здесь. Там все в дыму. Тихо-тихо, ребята, дайте я тут. Дайте пулеметчик пройдет здесь. Пулеметчик пройдет. Так, дым рассеялся. Рассеялся дым. Так, отходим. Ходим, перезаряжаюсь, релот. Так, ничего не видно. Тихо. Я не вижу, я за тут ноги, руки. Вслепую стрелял. Конечно, ничего не видно было. Но второй раз меня не оживят. Так. Так, где наш какой-нибудь из нашей группы человек, вот он, и я вообще-то, сколько здесь их, ну, здесь вообще не вариант, вообще не вариант. Нет, здесь тоже я туда не хочу. Я не знаю, а ваша команда проиграла? Ну, проиграла. Сейчас начнем, скажем, заново. 108 минут осталось. Чего-то там, не знаю. Здесь немножко прокачались, потому что немножко получилось поиграть, конечно, на этой карте. Ну, не страшно. Так. Сейчас сколько? 26-25 секунд осталось. Фу, 18 ранг у нас. Может быть 19. У людей 109 ранг. 139. Ну конечно, я давно не играл и не так много вообще играл. Но ничего. 62 там ранг. 100 непонятно какой. Прокачанные все уже, перекачанные, я не знаю. Ну так, скромненько, 18-й. Скромно 18-й ранг. Так, ну давай загружайся. Ведь написано, нельзя гранаты, нельзя взрывчатку. Вот. Но это часто бывает на серверах, где вот такие карты, что нельзя это использовать. Вот, так. Давайте быстрее вперед. Ну. А, 3 секунды, 2, 1. Побежали. Вперед, ребята. Захватываем точку. Идем. Что там такое взорвалось, а? Вы чё? Стрельнул, главное, и... не взорвал. Захвачено. А чё они куда стреляют, что там взрывается? Так. Давайте мы поднимемся и сейчас вот так вот. А, это свои? Ребята, извиняюсь. Сошки надо поставить, сошки. О,
Вот с сошками-то нормально. Так. Так. Не вижу, дверь упала. Из-за двери ничего не вижу. Из-за двери ничего не вижу. А, сзади, сзади обошли. Да, хорошо. Сейчас мы... Ой, они здесь уже начали захватывать лифты. Лифты. Так. Ага, это вот с этой стороны. Хорошо, ладно, будем. Давайте с этой. Так, они... А, да, они напротив там, я понял. Я понял, ребята, они там напротив. Ага, они там плотненько засели, слушайте, а. Так, может быть их с этой стороны. Может быть здесь кто пойдет? Или из лифта, да, может быть, к примеру. Нет, они здесь не идут. Они здесь не идут, боятся. Вот. Слушайте, прошел один. Нет, все-таки идут они посюда. Нормально идут. Идут. Только быстро идут. Не успеваю их убить. Ну как, и медленно идти, что ли? Все правильно, они идут быстро. Так. Ну, не спешат спускаться, конечно. Знаете, куда? На другую... А, вот я только... Только, вы знаете, вышел, скатился. Только я собрался бежать. И они вышли. Так. Вот здесь вот... вот здесь вот хорошее место. Ну, то есть как, для пулеметчика хорошее. Давайте, они вот здесь вот хорошо так сейчас выходят. Главное, чтобы из лифта никто не вышел. Понимаете? Либо сейчас надо дальше туда пойти, дожать их. Либо дальше пойти дожать. Вот сюда. Вот сюда дожать. Так, нам бы перезарядиться, тогда мы отойдем отсюда вот. Хотя можно, знаете, откуда еще стрелять? Можно еще вот отсюда вот, с этой стороны, к примеру. Вот они, допустим, здесь идут. И вот их здесь вот встречать, скажем так. Вот здесь их встречать, потому что... Понятно, что отсюда они спускаются тоже. Так. Давайте перебазируемся сюда. Угу. Здесь очень много всего. Плюс... очень много всего... Плюс, вот если бы вот здесь бы... А, не вижу ничего. Он со щитом. Со щитом. Ничего не вижу. Ничего не видно.
Добавим ребятам патронов. Перезарядимся, пока есть возможность. Неплохо тут сейчас засели. Я думаю, не рвануть ли вперед. Это, конечно, была бы... Это, может быть, и ошибка. Вот, меня уже подцепили. Здесь уже... Последний боец в отряде. Ну, я буду жить, стараться тут. Чё, последний боец. Ничего не видать, а. А, он внизу. Он внизу здесь лежит. Ага. Понятненько. А. Ребята, ребята, он внизу здесь. Он прям за стенкой. Сейчас... Подожди, сейчас я приду. Подожди. Сейчас я приду. А, не хочется сам убежать. Давайте подождем, пока из нашего отряда прибежит человек. Вот сейчас, собственно, можно это сделать. Вот так. Значит, ты говоришь, ты там, да? Хорошо. А, они здесь, они... Ой, а их там сколько. Ой, они везде сосредоточились. Да, ну ничего. Сейчас мы возродимся здесь. Вон они у стенки, ребята. Перезаряжаются они. Их трое там. Раз, два, три. Не прямо у стенки. О, я тоже щит такой хочу. Как его прокачать только? Со щитом-то вообще круто, конечно. Так, ладно, из нашего отряда хоть здесь есть человек. А, я не вовремя начал кидать патроны. Да что ж такое, а? Не вовремя. Ладно, раз вы сюда пошли, я знаю хорошее место, откуда я могу стрелять. Я очень хорошее место знаю. Сейчас я приду, подождите. Очень хорошее место там знаю. Очень-очень хорошее место. Сейчас мы... Охо! Сейчас, я как раз там. Как раз я там. Так, ну я не это имел в виду место, хотя это тоже хорошее. Я имел в виду вот это место. Вот здесь вот. Вот здесь просто. Так. Давайте, ребята, давайте. Напираем. Во! Продавили, нормально. Так. Ничего не видно. Я бы, конечно, забежал сейчас. Так, мне бы тут снизу бы что-нибудь, кто-нибудь. Тут вообще ничего не видно. Тут человек лежит, я из-за него. Вот они есть. Ну, одного я снял. Ребята, он тут, ну, почти один, наверное. Ну, хотя, по крайней мере, было двое, стал один. Давайте, сейчас. Он там один, я знаю. Так. Он там... Где я вообще оказался-то? Ё-моё. Ёкси-мокси, он тут...
Он тут один, 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 он один здесь. Один. Все. Пулеметчик Ганса, видели это? Это было, это вы знаете, это было стиле Рэмбо называется. Стиле Рэмбо был. Рэмбо вернулся вместе с пулеметчиком Гансом просто. Ребята, я там продавил же все. А, я продавил, поражал тут. Они теперь слева все. Ну ничего. Мы сейчас влево зайдем. Хотя тут со щитами их много. Сейчас, сейчас продаем, 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 продаем. Уже как бы немножко продавили. Уже немножко продавили. Так. Уже с этой стороны, с правой, то есть уже их нет. Так, 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 они там далеко. Давайте мне сошки надо поставить. Вот так вот. Сошками-то куда гораздо лучше. Так, наши пошли давить там. Так, ну наших убили. Если наших там убили, значит, они там скоро пойдут. Вот в этот коридорчик. Ребята, 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 у меня почему-то игра постоянно переключается, вылетает. Ну, это не из-за самой игры, это у меня что-то. Так. Ага, наши туда запрыгнули. Запрыгнули или не запрыгнули. Так. Откуда меня там стреляют? Я же... Ой, извиняюсь, мужик, мужик, извиняюсь. Так. Тут наши здесь? Я вас не знаю. Давайте заходите, я вас жду. Я вас жду. Че, никто не заходит? Так. Следующий. Сказал заведующий. Со щитом, конечно, ребят, вы со щитом. Молодцы, конечно, это. У меня-то нет щита. А там, кстати, мы их продавили. Смотрите-ка. Давайте-ка. Давайте-ка, давайте-ка вперед. Мы их здесь продавили. Ать-ать-ать-ать-ать, меня бьют. Так. Мы их там продавили нормально, причем. Так, а здесь кто-нибудь есть? А, здесь кто-нибудь есть, да. Но их не так много уже здесь. Уже не так много. Как было до этого. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.